Когда я впервые услышал новый трек от Севы Микс, я подумал, сколько же там много разных крутых звуков. Это примерно как в одном из моих фильмов. Кстати, вы смотрели один из моих фильмов? Ну, хоть один, хотя бы один. Впервые услышал трек на тренировке. Он такой, знаете, веселый, энергичный и очень мотивирует забивать и забивать гол за голом, гол за голом и дать кому-нибудь клюшкой по горбу. Прослушав этот трек всего один раз, я хочу снова залететь на ринг, сбросить с себя перчатки и выколоть всем глаза. Он такой энергичный. О, да. Рекорд старт. Это название меня мотивировало на многое. Перестал жрать хот-доги, покупать беляши там на вокзале и стал тренироваться. Чертовски здоровский трек. Я бы его даже вставил в один из кадров кинофильма «Титаник». Ну, я там снимался, знаете ли. Там, знаете, вот когда всех закатывает в железо, когда корабль тонет. Нет, серьезно, вы меня показываете наполовину. Только потому, что я прослушал пол песни. Сева Микс, рекорд старт. Не слышал? Обязательно послушай.